Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу ошеломляющий факт. У Максима действительно есть сын, как я узнала. Будет дальше, а вы мне напишите в комментариях, как вы думаете, останется он с Дашей или все-таки вернется к маме своего сына? Так вот, многие говорили, что у Максима есть сын, и им никто не верил. Обзывали их сплетниками, говорили, что это наклеп. Есть такое слово. Но совсем недавно подписчица написала Максиму, прислала фотографию ребенка и сказала: «Вот, вот твой сын, я его нашла». И он подтвердил это словами: «Да, вот кому я покупал кепочки, или как там это называется. Вот эта переписка». Так что да, у Максима действительно есть сын. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, останется он с Дашей или все-таки будет продолжать свободное плавание? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!